Всем привет, ребят. Ну что, у нас опять очередной видосик по десяточке, непростой видосик. Сегодня мы, я надеюсь, откроем здание, точнее постройку. Думаю, многие знают, о чем это. Самая нужная постройка для всех, для донатов, для бездонатов. То, чего у многих без донатов до определенного времени нет. Это шестая таблетка. Как видите, может, некоторые уже заметили, у меня много зданий появилось. И я их уже прокачал до 16 уровня. То есть нам нужны тут хранилища золота и маны, шахты золота и маны. Потом для этого еще нужна ратуша. Вот если вы нажмете на инфо, вот видите, 6 таблеток можно будет уже получить. Плюс нужны лагеря. Вот у меня 3 лагеря есть. Не помню я там за счет таблеток. Сейчас мы посмотрим. Может, мы и обломаемся. Но это не точно. Так. Поехали. Докачаем еще один лагерь. Ну, у меня здесь уже не осталось молоточков, так бы у меня было где-то приблизительно 400 там с лишним молотков. То есть, чтобы вы понимали, где-то приблизительно около года, если так одним качать. Конечно же, можно это все ускорить, но в среднем там месяца 3-4 вы будете качать постройки для того, чтобы получить шестую таблетку. А шестая таблетка — это еще дополнительно один герой, поэтому без этого, скажем так, ну, нереально. Ну, реально играть, но это, конечно, не то. Это, знаете, как кастрированный какой-то аккаунт. Вроде и все гуд, но ну, что-то не так. Вот видите, 16-я. И тогда мы откроем ее. Поехали. Поехали, сейчас быстренько докачаем. Выставим сюда нашу новую имбу. Ну, очень хорошо, у меня куча расходников есть. Можно не париться насчет того, чтобы прокачать все быстренько. Так. Ну, тут придется нам, хотим мы не хотим, придется за самики это все дело качать, потому что не хватает. То есть в среднем где-то надо, ну, я там плюс-минус можно было бы, конечно, сэкономить, много навтыкал, но 500 молотков по суткам — это, в принципе, реально здесь собрать. На английском сервере мы таки собирали там по 100 молотков ускорение, и вполне все реально. Так, поехали. Оп. Ну все. Вот она, шестая таблеточка, ребят. Можете обязательно поставить лайкосик и поздравить нас с очередной, скажем так, прокачкой. Так, ну теперь наша основная задача — это, конечно же, качать таблетки. Потому что они дают бонус защиты героя, неплохо дают жизни для волн. В общем, вот такая вот тема у нас. Так, отлично. Ну чё, теперь можно и поразвлекаться с волнами. Плюс, конечно же, мы сейчас поставим сюда, давайте так немножко подкачаем. Ставим сюда еще одного, скажем так, многие говорят дракона, не дракона, феникс — это птица, ну, в общем, летающий, похож на дракона, значит, мини-дракончик, вот такой вот у нас появился феникс. Мы его немножко подкачали, вот такая вот имбушка. Для того, чтобы вот прокачать эти здания, я вам уже сказал, надо прокачать по 4
здание на 16-е, это не так быстро, то есть вам надо открыть всех строителей. Это не так быстро происходит, как многие думают. Это, во-первых, если вы особенно без донат. Ну, в общем, к этому надо стремиться. По мне, это самая востребованная постройка, особенно на начальных левелах, потому что шестой герой реально очень многое решает. Так, окей, есть у нас Лазуля. Реально тоже кайфовый герой. Давайте попробуем. Мы в прошлый раз остановились на волне R. Нас тут сносили, жестко унижали. Поехали, попробуем. Может, у нас получится пройти эту волну. Я вам показывал, у меня драконы тут не особо качаны. Так, ну тут интересно, кстати, сколько они сейчас. Ну, хотя их там хватает. В принципе, мы должны затащить. Я думаю. Драконы 10 левела, до 10 левела скилл, но они, как видите, прокачанные 20 уровень. Так, у нас там огник 40 уровня. Ну, у некоторых есть девятки, а нету у них там других прокачек. То есть это, скажем так, против нас герои, как видите, не слабенькие. Так, отлично. Итого у нас осталось, в принципе, фигня драконов. Ну вот, посмотрите на ледяху, что ледяха творит. С ледяхой мы сейчас можем очень далеко пройти. Вот ради этого героя, как бы я его и ждал, шестую таблетку, чтобы посмотреть, что может. С ним будет намного все проще. Ну и вы, в принципе, это все видите. То есть, если герой уже включается, то все. Вот так вот. Так, отлично. Ну, я думаю, они вдвоем должны справиться. У меня тут даже питомцев нет. Я архидемона проходил, на архи всех запустил. Ну, пока держится. Давайте, тащите. Все, ребят, волна R пройдена драконами, опять же. Есть, поехали, волна S. Ну, тут, я думаю, у нас будут опять сюрпризы. Ну, будем пробовать. Смотрителя у нас нет. Надо, кстати, сейчас докачаем силушку. У нас там же камешки есть. От смотрителей. Самое главное, чтобы Атлант не включился. Вот посмотрите, что Лазуля делает. Вот. Атлант включился, все. Но все равно. Отлично, S3. Конечно, у нас отхила тут нет. Но если Лазуля сейчас включится, мы должны ятик затащить. Надо все-таки поставить хоть какой-то отхил питомцев. Посмотрите, что делают. Красавчики просто. Ребят, это без отхила. У нас там отхила вообще. 1600 отхила идет. Ну, S4, думаю, дальше мы не затащим. Сейчас таким темпом. Хоть у нас есть оживы. Хотя все возможно. Сейчас посмотрим. Не, соло он уже тут ничего, к сожалению, не сделает. Так, хорошо. Давайте поставим питомцев. Так, дали нам за монстров. Где наш смотрители? Подкачаем еще их немножко. Так, этого нет. Тут есть. Отлично. И тут, по-моему, на разок хватит. Отлично. Так, давайте питомцев поставим хоть каких-то. Что-то будет у нас. Так, раз для отхила, это вообще печально все. Первого уровня питомцы. И как вы думаете, спасут они нас? Нет, сейчас это проверим. Так, нету у нас скина, кстати, на некроса. Надо это все поменять. Так, панчбокса поставим обязательно. Так, ангел на дракона поставим. Так, пусть будет на драконе этот, а сюда поставим Рудольфа. Поехали.
S-волна. S номер 2. Ну, я вам скажу, вот такой вот состав, он нереально крутой. Сейчас у нас будет немножко отхила, и будет все попроще. Можно было бы, конечно, смотрителя собрать, было бы еще проще все, но мы не ищем легких путей. Отлично. Просто отлично. S2. Ну, уже получше состав у нас, согласитесь, держится. Так, а что там у нас? А, там у нас где-то сохранились эти. У меня до сих пор, кстати, башен нету на расте. Они неплохо дают силы. У нас вообще раста просто имбовая, как и на основе здесь, так и на этом аккаунте. Нечему тут удивляться. Так, отлично. Красавчики. Вот так вот, красавчики, таблетки-то вынесли наши. Я уже думал, сейчас мы затащим налегке просто. Так, опять этот Атлант, ну. Все испортил опять Атлант. Сколько можно-то, а? Опять включился. Ну все, сейчас сольется. Нет, держится еще, отлично. Ну, посмотрим, что же будет сейчас. Так, ну тут, конечно, шансов у нас, наверное, нет все-таки. Но может быть, если Лазуля сейчас правильно включится. S4. В принципе, такие герои должны затащить, я надеюсь. Но опять же, сейчас может дракон подойти и нас просто хлопнут. По чуть-чуть продвигается. Ну, давайте. Не сдавайтесь. Так, минус. Ну, опять сейчас подбежит дракон и просто дмухнет на нас, и на этом все закончится. Все таблетки стоят прямо, да, видите. Огник остался. Ну, пробуем еще разок. Думаю, таким составом реально затащить. Так, что-то как-то вообще на второй волне разобрали половину зданий. Да, тут походу нам тоже ничего не светит уже. Сейчас разобьют здание и на этом все закончится. Точнее, таблетку, там одна таблетка осталась. Хотя у нас герои, в принципе, неплохие остались. Смотрите, так, не иди к таблетке. Герои неплохие. Осталось у нас-то ничего. Те же самые герои. К сожалению. Да. Интересно. Ай-яй-яй-яй. Достанет до таблетки? Достал. Жалко. Ну, давайте еще. Блин, интересно просто. Затащим, не затащим. Волнуэр, в принципе, протащили неплохо. Посмотрим, что сейчас получится. Герои, ребят, 20 уровня, без эволюции. Но 10 скины, 10 там прокачки. Талантики тоже прокачанные. Ну, здания не вкачанные. Ну и, конечно, они уже не настолько актуальны, как раньше были. Ну, попробуем. Так, Атлант опять, что ли? Блин, этот Атлант меня уже запарил. Вечно у нас на нем какой-то горбыль. Так, отлично, держимся. Так, ледяха, 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 ледяха. Держимся, держимся. Есть шанс. Ребят, есть шанс вполне реальный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как Арктика просто слилась налегке. Так, ну что? Блин, опять зашли, ну не так, как надо. Обидно. Обидно, обидно, обидно. Ну, видите. Это драконы, надо искать удачу.
были бы у нас просто эмблемки стояли, было бы все намного проще, конечно же. Либо та же самая тыква здесь, она бы тоже спасла нас. Ну, о, неплохо, S2. Хороший заходик. Так, это что-то сейчас у нас печальный заход. Хотя с... Так, Атлант. Отлично. Так, дракона у нас опять нет, да? Опять одна таблетка осталась. Ну что ты сделаешь? Да. К сожалению, как бы, если, конечно, с одной стороны забегут, есть шанс. Но видите, одна таблетка. Вот то здание, которое мы прокачали. Оно, конечно, круто, нас бы спасло, но... Хоть бери, блин, всех и в разные стороны ставь. Так, пробуем еще разок. Ну все, тут тоже, я думаю, без вариантов. Просто один раз включится дракон. Тут даже до дракона не дошли S3, и на этом все закончилось. А, как видите, волна S не такая уж и легкая, как кажется на первый взгляд. Ну, конечно, если прокачать питомцев хорошо, то думаю, мы тут не будем даже париться. Но до этого мы дойдем, посмотрим, вдруг нам повезет, и мы пройдем сейчас. Кто его знает. S2. Конечно, неплохо было бы воодушку на ледях, вот тогда бы без проблем мы это все затащили. Так, отлично. S3. Но если здания останутся, как обычно, они зашли не туда, откуда нам надо. Так, ну есть Арктика. В принципе, шансы есть. Если Арктика сейчас не сольется. Так, ну что, ребят, ну чё ты оттуда забежал? О, отлично, 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 смерть, не туда. Да, блин, смотрите, кто у нас остался один. Тут без вариантов, блин, обидно. Как так слился, непонятно. Дракон. Эх, хороший такой заходик был. Ну, в принципе, можно копить попытки и пробовать дальше прокачать питомцев. И попробовать уже пройти с прокачанными питомцами. У нас там вроде немножко питомцев есть. Но мы их так и не качали еще. Так, отлично. С 3. Как-то, блин, так обидно заходят. Блин, до ледяхи не доходит, чтобы он блокировал. Потеряли мы ключевого героя. Странно, этот место сливает так нехило. Так, ну что, шансы, конечно, есть. Но я думаю, опять... Ой, отлично, они все так отлично зашли, ребят. Шанс у нас был. Шанс у нас был, к сожалению. В общем, вот так вот. Волна S пока для нас. Ну, это пока что. Это ж тут пару раз стыкнул и прошел ее. Но мы проходим по трешечку. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.